Там женщина на берегу. Она ребенка утопила. Боже ты мой. Коля, иди сюда. Что случилось? Звоните в полицию. Пойдемте. Вот, вот здесь это было. Давайте сюда. Вот здесь она сидела. Нет. Я ее только что здесь оставила. Андрюх, ну чего? Где там еще? Сколько можно искать? Все, давай, вылезай. А 2 метра правее, если попробуешь. Маш, Маш, ну все, ну нет там ничего. Я Никитку к бабушке отправил. Так что 6:00 освобожусь. Чего ты смотришь? Ты придешь? Ты ему сказал? Я хотел. Товарищ капитан! Ну, чего? Это Валька Голубичкина. А вон из того дома. У нее муж дальнобойщик. Вчера с рейса вернулся. Они отмечали. А под утро она решила охладиться. А вам показалось, что она топится. Что вы не переживайте. Она живехонькая. А дети у нее дома. Угу. Голубичкина. Как будто я Голубичкина не знаю. Та женщина шла из профессорского дома. Да никто там не живет, Маша. Профессор уже давно в доме престарелых. Дочка его за границей. Дом пустует, никого там нету. Сторож там ходит, проверяет.
Ой, как там его? Ермолаев, он уехал, у него мама слегла. Да. Хорошо, спасибо. Андрей, ну я же не сумасшедшая. Ну я собственными руками вытащила ее на берег. Потом пошла искать ребенка, но не нашла. Но был ребенок, понимаешь? Ну не может такое привидеться. Вы все время по деревьям лазите, мучитесь. Вы просто подустали. Андрей, та женщина шла из профессорского дома. Она мне это сама показала. Хорошо. Пойдем посмотрим. Пошли. Все она напридумывала. Хоть вы и встречаетесь, но эта Мария, она какая-то странная. А чего в ней странного? Ну, не знаю. Лазить по деревьям, птиц фотографировать. Кому это сейчас надо? Кто за это платит? Платит научное орнитологическое общество. Ученые. Ну, по крайней мере, полезно. А я тоже природу уважаю. Рыбалку, например. А вы с Машей не съехались? Я думал, вы год назад еще съедетесь. Никитка все время про маму спрашивает. Только успокоился. Я боюсь, что психанет. Не знаю, как ему все это объяснить. Вообще, какая тебе разница, съехались мы или не съехались? Ты можешь молча идти? Слезай оттуда немедленно, Ванда! Я прошу тебя, слезай оттуда немедленно! Тетя Рима сказала, что ты убил мою маму! Ванда! Иди в сарай посмотри. Может быть, Ермолаев вернулся. Ну что, притащил нас сюда? Пошли. Из этого дома, да, шла? Да. Можно с вами поговорить? Откройте дверь, пожалуйста. Я вам еще раз повторяю, никаких детей у меня нет. О, полиция. А что мы натворили? Ничего мы не натворили. Просто нас спрашивают, не видели ли мы женщину, которая шла от нашего дома к реке с младенцем. Так мы только вчера приехали, никого тут не было. Маш! Машка! Маш! Ванда, это Маша. Как ты ее не узнала? Привет. Привет. Так, а что мы тут все стоим? Идемте-ка в дом. Нет, 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 не стоит. Так, как это не стоит? Маш, ты не вправе мне отказать. Ведь мы не были здесь 1000 лет. Идем, идем, идем. А где же вы были? Как? В Африке? Простите, я забыл представиться. Меня зовут Станислав Бон, я художник. Это моя невеста Ванда. Пройдемте. У нас есть прекрасное вино. Мы его специально везли. Ванда, а. Давай что-нибудь быстренько сообразим. А где вино? Не знаю. Было где-то в чемоданах. Сейчас посмотрю. А не давайте. Надо ничего смотреть. Я на службе не пью. Да-да, я тоже не буду. Ванда, детка, кто там? А, папа, это Маша с другом. Маша Черновец? Из банка? Нет, Маша Гаврилова. Мы с ней учились в школе. Не помню такую. Это кто, профессор? Да. Вы простите, он сегодня беспокойный. Плохо спал эту ночь. Привык к своей комнате в пансионате. Мы только сейчас его забрали. Так что там случилось с этой женщиной с ребенком? Она его утопила. О, Господи. Да нет, но мы еще ничего не выяснили. Надеюсь, что это не подтвердится. По крайней мере, все дети в округе живы. Это Лиза. Мать Ванды, она погибла трагически.
Да, я в тот же год переехала к бабушке в Польшу. Потом училась в Европе, жила в Африке и только сейчас вернулась. А здесь все по-прежнему. Я не знаю, чего я ожидала увидеть, но явно не это. Ничего удивительного. В этом доме долго никто не жил. Мы выбросим здесь старую мебель, купим новую. Этот портрет я предлагаю снять. А мы не будем вам мешать. Извините, пожалуйста, за вторжение. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пока, Маш. Леша! Да. Ермолаев еще не вернулся. Пройди по деревне, поспрашивай. Ага. Может быть, кто-то что-то все-таки видел. Маш. Маш. А ты совсем не изменилась. Прям как-то удивительно даже. Удивительно. Смотри, это традиционный подарок. Зайрская бирюза. Позволишь? Иди, я же сказал, посмотри деревню. Иди. Ничего особенного. Просто идет к твоим глазам. А он твой муж или любовник? А это не твое дело. О, у нас гости. Ванда, детка, ну что ж ты не предложишь гостям чай? Малина в этом году такая ранняя и такая сладкая. Удивительная в этом году малина. Может быть, останетесь сегодня с нами? Нет, спасибо, не сегодня. До свидания. Ну, пойдем, дочка. Давай я тебя подвезу. Пошли на берег. Маша! Нет. Нет. Нет, Андрей, я ничего не могла перепутать, понимаешь? Ничего! Вот там она стояла. В руках она держала ребенка. Я ее притащила, сюда посадила, а ребенка она утопила. Маша, скажи, ты знала, что они вернулись? Что? Да не знала я, успокойся. Вот это Бон. Что Бон? Что Бон? Ты что думаешь, я это все из-за него, что ли? Вот это все вот придумала из-за него? Скажи, что ты хочешь слышать от меня? Что мне больно его видеть? Да, я тебе скажу, мне больно его видеть. Да он бросил меня, сбежал перед самой свадьбой, как в анекдотах. Столько лет прошло, можно было и забыть. Как это можно забыть? Все знали, что мы женимся, все, весь город знал, все нас поздравляли, а он раз и исчез, уехал куда-то, на выставку в Европу, не вернулся. Ничего не написал, не позвонил, не сказал, а я его ждала. Потом пошел слух, что вроде он разбился в какой-то катастрофе. Я действительно читала какую-то заметку о аварии в Африке. Думала, что он погиб. Ты не представляешь, как я плакала, как я рыдала. А сейчас узнаю, что он вместе с Вандой, вместе с лучшей подругой моего детства. Да и бог с ним. Хорошо, что сбежал. Ну и что, вышла замуж за художника? Ни денег тебе, ни стабильности, одни тараканы в башке. Выкинь ты уже эту чепуху. Понимаешь, в том-то и дело. В том-то и дело. Если бы он сразу ко мне пришел и сказал, мол, так и так не люблю, нашел другую. А теперь вот он, приехал, улыбается, как ни в чем не бывало. Маш. Ну не трогай меня! Маш, я думаю, что они скоро уедут. Ну, проведали отца, и все, и вернутся обратно в свою эту Африку. И будет все как прежде. Маш, послушай, да я на днях собираюсь уехать в заказник. Слышь, ты же хотела. Ты хотела и проведать жаворонков, гнезда. Ну, а, поехали вместе. Тихо. Маш, выброси уже это из головы. Лучше займись своими птичками. На первой и второй контрольных точках количество гнезд уменьшилось на 6,14 по сравнению с прошлым годом.
соловьями дело лучше. Может быть, женщина, а может быть, дерево. Ты чего издеваешься над тобой? Ты не видишь, колышется подол платья? Хорошо, хорошо. Ну, пусть даже если утром кто-то пошел топить эту куклу, пусть даже из профессорского дома, да хоть сама Ванда, да хоть всем скопом они пошли ее топить. Это странно, я понимаю. Ну, что я могу сделать? Это не преступление. Господи, ты понимаешь, было в ней что-то. Что? Ну, какое-то отчаяние, я не знаю. Она так жалобно просила, чтобы я ее не бросала, а я ее бросила. Вот испугалась и просто сбежала. Чего ты испугалась? Да не знаю я. Послушай, вдруг ей нужна помощь? Я тебя очень прошу. Сходи еще раз в профессорский дом, поговори с Боном. Он всегда был такой насмешливый, когда что-то скрывал. Да не хочу я с ними разговаривать. Тем более с этим Боном. Они вообще теперь граждане другой страны, африканской какой-то. Я не помню название. Дело на них уже завели. За что? За то. За то, что таскались столько лет по своим Африкам. И не сообщили о втором гражданстве. Паспорта у них просрочили, теперь придется раскошелиться. А штраф огромный. Так им и надо, нечего было сюда приезжать. Черт бы их подрал. Да. Хорошо, сейчас приеду. Эту машину заметили еще на 20-м километре трассы. Она ехала по встречке, подцепила водителя. Он обратился на пост. На посту номеров не запомнили. Ну а с трассы она свернула вот сюда и прям в дерево. Понятно. Ребята, откуда машина? Машина была взята в быстром прокате. Оплачена картой Станислава Бона. А вот как? Бона, значит? Еще здесь польский паспорт на имя Корнелий Кравчик. Странка. И снова здрасте. Здрасте. Вам знакома эта барышня? Знакома. Корнелия жила с нами в Африке несколько лет. Можно сказать, подруга семьи. Решила лететь с нами. У нее тут друг, то ли артист, то ли певец. Они познакомились в Тибете и увлекались что-то вроде оккультизма, да? Куда она поехала? Как это называется место? Что-то вроде у моста? У моста. У моста. У моста. Кстати, у нас есть совместные фотографии, мы вместе фотографировались. Да. Да-да-да, фотографии озера. Только это. Это что? Она ненавидит фотографироваться. Считает себя некрасивой. Считает, что она бледная копия матери. Прекрати. Ну а что, разве не так? Просто мания какая-то. Хорошо. Так, где вы расстались с Кравчик? В аэропорту. Она сказала, что поедет к этому самому артисту-оккультисту и попросила меня оплатить машину. Я оплатил тот счет, который она мне прислала. Корнелия умеет пользоваться чужими деньгами. Точнее, умела. С ума можно сойти. Перестань, пожалуйста. Ну, разве не так? Говорю, как есть. Мне она позвонила вечером. Сказала, что приедет. Как мне показалось, они там поругались. Ну и что, вы не забеспокоились, когда она не приехала? Нет. У нее же 7 пятниц на неделю. Это же Корнелия. Нужно кому-то сообщить о ее смерти. У нее есть родственники? Лама. Мать в Варшаве, но я совершенно не знаю, как с ней связаться. Кстати, у меня есть голосовое сообщение, которое она записывала из того клуба. А вы можете мне его переслать? Он меня не вспомнил, представляешь? У него полно баб. Я, наверное, приеду. Я не хочу здесь остаться. Скинь адрес. Не похоже, это была она. Ну, а как? Ну, слышишь польский акцент? А вот польская колыбельная, которую я записала на берегу.
Да ну нет, ну не могла она одновременно и топиться, и под камерами нарушать все возможные правила дорожного движения. Вот, смотри. Вот она проезжает на красный. Двойная сплошная. Опять проезжает на красный. Вот проезд под запрещающий знак. Вот она встречка. Похоже, что Кравчик действительно была на вечеринке. Да, и явно не трезвая. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Внимательно, может быть, что-то вспомните. Вот эта девушка специально приехала из Африки на ваше выступление. А после концерта она разбилась. Ну, я не знаю, кто это. Ну, честное слово, я понятия не имею, кто она такая. Может, и была эта полька. Я ничем не обязан, их здесь столько бывает. Да и вообще, откуда я знаю, что с ней после вечеринки произошло? Понятно. О, привет. Слышала, ты интересуешься африканцами? Нет, не интересуюсь. Нет? Ну ладно. А я организую выставку Бона. Представляешь, продадим несколько картин, купим компьютеры в школу. Машка, Машка. Стасик стал такой знаменитостью. Посмотри, в школе был такой замухрышка. А здесь его называют выдающимся живописцем. Эх, жалко, что ты его упустила. Была бы сейчас вместо Ванды. Слушай, а ты ее не видела? Говорят, она так располнела, из дома не выходит. Угу. Краснов мне ничего не рассказывает. Подожди, а что там с этой аварией, а? Неужели это была любовница Бона? Чудовищно. Оль, что ты от меня хочешь? Ну, я думала, что это ты нам поможешь организовать выставку Бона. Да, каким образом? Поедешь, заберешь картины там, разговоритесь, то да сё. Ну, знаешь, как бывает? Нет, не знаю, как это бывает. Ну, как не знаешь, а? Ну, как люди расходятся, а потом бац и сходятся. Слушай, вам что там в мэрии? Совсем делать нечего. А мне вот корм для сосарок нужно вести. Маш. Вот как ты думаешь, зачем они приехали, а? Думаешь, ради выставки? Или проведать старого отца? Ой, да плевать им на него. Ну, как ты думаешь, зачем? Ума не приложу. Собираются пожениться. После стольких лет совместной жизни вступить в официальный брак на родной земле. Чудики. Подумай еще раз, а? Маш, Маш, ну посмотри. Ну какой красавец, а? И денег, наверное, куча. Ну грех не побороться. Хорошо. Сиди тогда всю жизнь в своем магазинчике и птичек слушай. Вот и буду. Да что ж такое? Да слышу. Алло, ну какие могут быть проблемы? Слушайте, надо сделать все, как я сказала. Картины должны быть красиво вывешены, да? Стасик, ну знала, как изменился, а? Ванда, ты вообще красавица стала. Люба, Люб, посмотри, кто к нам приехал. Здравствуйте. Здрасте. Ой, слушай, тебе было 10 лет, по-моему, когда вы отсюда уезжали, правильно? А помню, к деду Роману в сад возили. О, он еще грозился двухстволку завести. Не завел. 4 года. Идите, кукурузу заберите. Спасибо. Спасибо. Это что, все было хорошо? Да ладно. Оль, когда выставка? Ну что, Валечка, что-нибудь нашли? Нечем особо вас порадовать. Кроме того, что Игорь Валерьевич Любецкий, профессор химии, написал диссертацию о кристаллах и искал алмазы в Центральной Африке, никаких сведений. Вот как? А еще я нашла ролик. Какой ролик? Чудом не выкинули. Крутили тут в кинотеатре. Его, наверное, больше нигде не показывали. Ну, только у нас в городке. Раньше я жил так. А теперь я живу вот так. Спасибо. Вкладывайте деньги в африканские алмазы. Спешите, а то удача уйдет вас прямо из рук. Через месяц вы получите вдвое больше. Посмотрите на меня. Месяц назад я торговал на рынке, а теперь долларовый миллионер. Торопитесь, осталось всего 15 счастливых билетов, и один из них ваш. Африканские алмазы. Прибыль 200%. Торопитесь!
Ничего себе. Аферисты из Африки. Африканские алмазы прекратили выплаты дивидендов вкладчикам. Похоже, этот ваш профессор был порядочным жуликом. Похоже на то. Здесь пахнет гнилью. Я не могу здесь находиться, мне страшно, понимаешь? Ну прекрати, я тебя умоляю. Ванда, детка, ты до сих пор не распаковала чемодан. А я жду, жду, когда ты его распакуешь. Я распакую, папа. Простите, можно здесь не заперто? Умеешь ты привязывать к себе людей на беду. Твоя ненормальная пришла. Да, конечно, проходи. Я из мэрии. Ольга Василевская меня попросила помочь с выставкой. Вы вот простите, что так без предупреждения. Просто уже завтра нужно печатать каталог, и поэтому нужно срочно сфотографировать картины. Ты взялась помочь с выставкой? Как неожиданно. А зачем? Заинтересовалась моей скромной писаниной? Грустная польская колыбельная не дает мне покоя по ночам. Мне кажется, вашу подругу убили. Кто? Кто мог это сделать? Ты думаешь, что это мы? Ты думаешь, что это мы убили Корнелию? Я не хочу, чтобы эта сумасшедшая находилась в моем доме. Ванда! Маш! Маш! Слушай, ты знаешь, так-то было проще убить вообще-то ее в Африке. Зачем тащить ее сюда? Я не понимаю. А главное, какой мотив? Для чего? Кстати, Ванда подозревала между мной и Кравчик связь. Вот как? Ну. Может быть, это и был мотив? Если бы она всех убивала, кого в этом подозревает. Нет. К сожалению, весь гнев она выливает на меня. А ты знаешь, а мне это очень нравится. Очень. Прям захватывает. Что тебя захватывает? То, что ты подозреваешь меня в убийстве. Мария, я готов оказать содействие в расследовании. Да. И вообще было бы проще с тобой разговаривать, если бы ты меня ударила. Прям в лицо. Или обвиняла. Или заплакала. Вспомнил, каким я оказался мерзавцем. Маша, ну хотя бы спроси, почему я не вернулся. Давай посмотрим картины. Дальнобойщика этого сегодня нашли. Перепугался. Как тут не перепугаешься, если она прям на него летит? Как она вырулила-то еще непонятно. Получается, что вырулила на грунтовку и поехала прямиком в дерево. Но перед столкновением машина Кравчик шла медленно. Как ей удалось так быстро сбросить скорость? Вот она несется, 160, не меньше. Да ее бы вышвырнуло. Ну, может, и вышвырнуло. Покрутилась на трассе, замедлилась и пошла в дерево. Не повезло. Шины лысые. Эксперт говорит, техническое состояние прокатной машины плохое. Шланг сорвало. Это контора, у которой машину брали, уже отметилась. Плохие отзывы в интернете, да и были уже с ними аварии. Ну что, получается, закрываем дело? В крови у Кравчика алкоголь и запрещенные препараты. Несчастный случай. Здравствуйте! Я так рада вас видеть. А как ваше самочувствие? Ну, вы выглядите потрясающе, потрясающе. А вам я привезла каталог на утверждение. Как вам? Прекрасно. Это... Та самая Ольга Василевская из мэрии, о которой я вам рассказывал. Ты мне ничего не говорил? Ну как же, она нам так помогла с выставкой. Настоящий энтузиаст. Ванда, очень приятно. О, мне тоже. Да вы меня захвалите. Вы знаете, ваши картины – это как глоток свежего воздуха. Они буквально все пропитаны африканским солнцем. Африканское солнце, дорогуша, это сомнительное удовольствие. Один раз... В тот год, когда мы нашли алмазы в Накидбу, папочка, а была страшная... Папочка, я тебя прошу, не всем интересны твои истории, тем более мы опаздываем. Ой, так это неинтересно. Алмазы! Да я вообще не знаю, что может быть интереснее. Меня, вы знаете, меня очень захватывают такие истории. А вы что, нашли алмазы? Конечно. Нашел. Ну, иначе как бы я стал совладельцем добывающей шахты. Пап, ну не надо мучить Ольгу подробностями. Вряд ли ее занимают шахты. За что вы меня очень занимают шахты? Глупец.
алмазной шахты не занимают только полоумных. Угу. Ну, конечно, пришлось предпринять некие усилия. Ага. И немалые. Но я сделал своих девочек очень состоятельными людьми. Я позаботился о них, и они никогда и ни в чем не будут нуждаться. Потому что я стану... Простите, пожалуйста, а у вас есть сестра? Нет, папа путает. Простите нас, нам действительно пора. Пойдем. Всего доброго. Очень приятно было. Мне тоже. До свидания. Нам пора. Нас ждет нотариус. Нам нужно официально оформить наш приезд. А то, понимаете, у нас полиция уже по два раза на дню в этом доме. Не дай бог, еще арестуют. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Алло, Краснов, ты где? Ты где, я спрашиваю? Нам надо срочно поговорить. Это 80 километров в час. Всего лишь 80 километров. Кравчик ехал намного быстрее. Ну, может, она затормозила? Ушла от столкновения. На такой скорости смогла затормозить. Аккуратно вписалась вот в этот поворот, и все это в состоянии опьянения. Пьяным везет иногда. Исходя из обстоятельств, вряд ли это подходящее определение. Товарищ капитан! Чего? Ваша жена. Бывшая. Краснов, еле тебя нашла. Да что ты. Пойду подгоню машину. Угу. Давай, Лёх. Закрой это дело. Для меня эта выставка – шанс выйти на областной уровень. Но не нужно все портить. Не нужно связывать это дело с разбившейся насмерть алкоголичкой. Вон, посмотри. Ну, видишь, уже мерзкая статейка вышла. Послушай, моя дорогая, да мне на твою выставку наплевать. Я знаю, что это убийство. И машина до дерева ехала медленно. И никому в целом мире эта Корнелия была не нужна. Это убийство, все. Господи, что ты несешь, а? Меня только что назначили отвечать за культурные связи, ты понимаешь? Если ты мне сейчас испортишь карьеру, я тебя сожру. Ты понял меня? Да я понял. Угу. Ну подожди, иди сюда, успокойся. Ну, слушай, подумай. Ну эти африканцы, они же уедут. Ну какая разница, что там с ними происходит? А мы останемся. Слушай, ну мне очень нужна эта выставка. Ну я тебя очень прошу. Ну пожалуйста. Ну не порт мне все. Ну я тебя очень прошу. Договорились? Ну? Договорились? Молодец. Да, про сына могла бы и спросить. Он ждал звонка. Нет, ну а что, ты прекрасный отец. Я знаю, что с сыном все в полном порядке. Я ему позвоню, хорошо? Краснов. Чего? А ты знаешь, что у Ванды есть сестра? Вытри. Так, все, мы договорились, да? Все, молодец. Да. Извините, конечно, но ваша жена... Бывшая жена. Удивительная женщина. Не впились в дерево, дорогая! Ну, так она же жена помощника мэра. Это же лучше, чем быть женой мента. Маша! Вот посмотри, по поводу Кравчик, ее переписка. Правда, на английском. Если переведешь, то поймешь, что я ей не подходил. Почему? Как почему? Она же охотилась на миллионеров. У профессора есть деньги. И после его смерти все достанется Ванде. Так что в случае разрыва она мне не оплатит даже билет на общественном транспорте. Так что заводить мне с ней роман нет никакого смысла. А зачем ты мне все это говоришь? Я не знаю. Подожди. Мы с Вандой встретились в Ливерпуле.
Она пришла в последний день моей первой выставки. А выставка была, знаешь, какая? Провальная. Ни одной картины не продал. Есть было нечего. Она первой подошла. Сказала, что мы вместе росли. А я ее не узнал. Ей было лет 10, когда она уехала. Потом пошли в кафе. Ну, она оплатила мне счет, потом номер, купила мне краски. Я подумал, что... И ты подумал, что это очень удобно. Ну, мог мне сообщить, я бы все поняла. Да не мог, я себе запретил об этом думать. Я работал, Маш, я работал. Я спал по 2-3 часа и получил то, что я хотел. Мои картины стали продаваться на аукционах. У меня не было выбора. Ну, потом профессору стало плохо. Он не смог заниматься в Африке никакими делами. И Ванде пришлось переехать поближе к экватору. Я поехал с ней. Я плачу за то, что я сделал. Мне это неинтересно, Стас. Все прошло, и, пожалуйста, не мусоль эту тему. Давай я сам. Это мои картины. А ты почитай. А что, если Василевская права? Эта сестра Ванды шла топиться. Африканцы ее прячут. Кравчик об этом узнал, и они ее убили. Нужно узнать про эту сестру. Нет у Ванды сестры. Она должна была быть, но ее нет. Не успела она родиться, потому что ее мать утонула. И утонула она как раз в том месте, где Маша видела утопленницу. Вот такое вот совпадение. Мой дядька вел это дело, но его закрыли. Как несчастный случай. Но все-таки это было самоубийство. Это профессор ее довел. Это сейчас он божий одуванчик. А по молодости он был жестоким. При вскрытии обнаружилось, что его жена была беременна. Девочку ждала. А после ее смерти Ванда с катушек съехала. Ни отец, ни бабка, никто не мог с ней справиться. Она несколько раз в окно пыталась сигануть. Ну, они ее отправили за границу учиться. Теперь она вернулась. Ладно. Поехали. Ванда, это первый. Крупный. Хотел подарить его Лизе. Но она не ценит большие камни. Дурех. Детка, тебя буду поджимать со всех сторон. Удержи шахту. Станислав Бон. Угу. Персональная выставка «Дыхание Африки. Красота». Согласен, что тебе повезло с женой, а? Мне безумно повезло с женой. Его задача, чтобы он решился продать несколько своих картин. Угу. За ним большая охота среди местных коллекционеров. Он ведь лет 5 уже не выставлялся, да? Да, действительно. Ну. Последняя картина была написана 5 лет назад. А 5 лет назад, говорили, была какая-то страшная авария. Нет. В Африке, в Кении. Да ну нет, живёхонек. Сама видела. Слушай, он произведет большой фурор, а нам оставит новые полезные связи. Люблю тебя. Станислав Бон. Страсть. Маш, привет. Привет. Ты чего? Ничего. До сих пор думаешь, что я убил Корнелию? Я ее не убивал. Мне незачем ее убивать. Она никому не причиняла вреда. Разве что отчаянно мечтала разбогатеть, но это никому не причиняло особых хлопот. Если разобраться, она никому не нужна. Но не привлекала в качестве модели. Я не писал Корнелию. Я местных предпочитал. В них есть что-то особенное. Какая-то страсть. Как и в тебе. Маш, что ты ищешь в моих картинах? Не знаю, но боюсь найти.
Господи. Хорошо, я скажу тебе то, что ты хочешь услышать. 5 лет назад в Кении произошла страшная авария. И я в ней умер. Меня больше нет. А когда тебя увидел, я снова почувствовал себя живым. Я проклинаю себя за то, что я уехал. Маш. Ты меня обманываешь. Ты хочешь меня бросить? Ванда. Ты еще до приезда сюда знал, что ты хочешь меня бросить. Подожди. А что мне без тебя делать? Что я буду без тебя делать? Ну подожди, ну куда я от тебя денусь? Ну не говори глупости. Ты с ней сейчас разговаривал так, как ты со мной никогда в жизни не разговаривал. Послушай меня. Чтобы женщина что-то не увидела, нужно сказать ей то, что она хочет услышать. Поняла? Мы всегда будем вместе, Ванда. Я хочу, чтобы она исчезла. Зачем вы вернулись? Я хочу знать правду. После долгих лет совместной жизни мы решили зайти в ЗАГС. Ну, вам объясняли. Я никак не смогу от вас защититься. Вот ведь что. Вы растратили деньги и хотите продать шахту? Обанкротились? И поэтому решили от меня побыстрее избавиться? Это вы оба или ты один придумал? Да с шахтами все хорошо. Ванда вас любит. Мне звонила это Ирина Алексеевна. Вы помните, кто это? Это ваша сиделка. Она сейчас приедет с доктором и вас проверит. Я вообще никогда не мог этого понять. Вы Ванду отталкивали с самого детства. Это вы от нее избавились. Она вас беспокоилась, покупала вам лекарства, пыталась вас вылечить. А в один прекрасный день объявила мне, что купила билеты до Москвы. Какая же она глупая. Не догадывается, какой у нее циничный отец. О, у меня так болит голова. Это чертов виски, походу, разливали в соседнем дворе. Фух. Профессор! Вам нужно пить ваше лекарство. Я за вас волнуюсь. Вопрос можно? Давай. Это вы решили закрыть дело, потому что вас бывшая жена попросила? Нет дела. Ни мотивов, ни стоящих улик. Сейчас подпишут бумаги и пусть убираются отсюда подальше. Никто о них не вспомнит. А то так и буду здесь полгода торчать. Все равно ничего не докажем. Мне кажется, что я умерла. Кто же это с тобой сделал-то, а? Я не знаю. Я сегодня была в морге и смотрела, как меня вскрывают. А еще хочу посмотреть в лицо того психа, который меня убил. Он говорит какие-то факты, которые может знать только Лера. А все видят то, что вижу я. Меня убили здесь, в этом отеле.
Они даже отца не позвали, представляешь? Никого. Просто расписались втихую и быстренько домой убежали. Я бы об этом не узнала, если бы у меня подружка в ЗАГСе не работала. Ой, у тебя подружки, по-моему, везде работают. Ну, да, работают. Послушай, а вообще эта Ванда, она какая-то с приветом. Я вообще не понимаю, как вы с ней сдружились. Ну, она с детства какая-то ядовитая. Ты, наверное, единственная с ней дружила. Нет, еще Стас. Мы втроем были. Ну, не подходят они друг другу, не подходят. Ой, а он прелесть. Алло? Привет, мам. Скажи папе, пусть заберет меня. Не хочу здесь сидеть с бабушкой, как дурак. Подожди, ну что ты такое говоришь, а? Ну, бабушка тебя очень сильно любит, и свежий воздух. Ты что, тут интернета нет. В общем, скажи папе, что если он меня не заберет, я с ним больше жить не буду. Я тогда к тебе с Вадиком перееду, хорошо? Хорошо. Хорошо, я прямо сейчас и скажу, а ты пока книжечку почитай. Что, я маленький, что ли? Слушай, ну, взрослые тоже читают иногда. Так, ладно, все, не вешает нос. Скоро увидимся, ладно? Ладно, не забудь, всегда забываешь. Пока. Слушай, а вот если Стасик бы не приехал, то вы с Красновым поженились бы? Ну, если что, я не против. Послушай, дело совсем не в Боне. А ты лучше за сыном смотри. Учится на одни двойки. Ну, подумаешь. Слушай, Краснов, он замечательный отец. Как-нибудь разберется. Ну, а Влад, он просто с детьми плохо ладит. Алло. Что? Когда? Да ты что? В вашем состоянии нельзя себя подвергать таким испытаниям. Каждый день жизни – дар Божий. Ну, вы, главное, не волнуйтесь. Ирина Алексеевна с удовольствием с вами останется. Ну, конечно, мы столько лет вместе. Это мой ангел-хранитель. Это мой единственный друг в пансионате, а теперь здесь. Ванда, разумеется, все оплатишь? Да, конечно. Я вообще не представляю, как так получилось. Ну, видимо, Игорь Валерьевич просто хотел посмотреть ружье, оно и выстрелило. Да-да, вот именно вот так и было. Сейчас же сезон охоты. Да. Ну, хотелось вспомнить прошлое. Но оно не могло быть заряженным. Сколько платим этому Ервалаеву, чтобы в доме было все в порядке? За год ведь ого-го набегает. Воспользоваться тем, что хозяев нет дома, все время халтурит, ведь только вчера появился. Ванда, детка, вычти ему за этот месяц. Да, папа. Знаешь что? Вообще не плати. Надо бы выгнать этого Ермолаева к черту твоей матери. В шею. Но ведь жалко. Ведь 15 лет за домом следит. Вот так возьмем другого, а он, может, еще хуже окажется. Вы же знаете, ведь кругом-то одно варье. 15 лет с гаком за домом смотрю. И до этого помогал. Не могло оно быть заряжено. Незачем заряжать. На охоту-то только профессор ходил. Он все по экспедициям ездил. Жутко. А у нас тут что? Кабаны, да, зайцы. Я очень рад, что вы за меня так беспокоитесь. Я вас не приглашаю, у меня Ванда с ними перенервничает. Сам часто рассказывал. Не обижайтесь. Какие тут могут быть обиды, да? А вы выдержите. Когда последний раз вернулся, так уже шибко хворал. Маш, я так рад тебя видеть. Какая уж тут охота. Скажи, ты правда подумала, что меня... Ты всегда любил острые ощущения. Ну, конечно. Ты знаешь, я постоянно вспоминаю наш поход в лес в детстве, помнишь? Когда ты забрался на дерево? Да-да-да-да-да. Пошел дождь. Промокли, так было холодно. Да, помню. Машка. Ладно, мне пора. Маш. Поцелуй меня. Некому было это ружье заряжать. Некому было заряжать ружье. Да я понял, понял. Но кто-то же все-таки должен был зарядить это ружье. Верно? Я его не трогала. Так это легко проверить. Мы можем сравнить отпечатки. Я его рассматривал. Я, возможно, даже зарядил. Ну, ради интереса, только я этого не помню.
Ну, как я понимаю, ведь в этом нет правонарушения, да? Документы у нас есть, разрешение тоже. Вы нам можете выписать штраф, и мы его с удовольствием оплатим. А к вам нет никаких претензий. Да. Мы вас очень ценим. Спасибо. Вы нас извините за переполох, но больше вас тут задерживать не хочется. А мне и нам всем нужно успокоиться, поэтому всего доброго. До свидания. Заявление писать будем? Какое заявление? Ничего не произошло. До свидания. Хорошо. Алексей. Вот хамло, а. Даже не скрывает, что сам заряжал ружье. А это не противозаконно. А знаете, что я думаю? Что они специально сюда вернулись, чтобы старика укокошить. Из наследства. А значит, и Кравчик убили. Ну, только как, пока непонятно. Кравчик к наследству отношения не имеет. Ибо он не мог знать заранее, что профессору взбредет в голову заглядывать в дуло. Тем более, что он опытный охотник. Ну, да. А извините, пожалуйста, можно вас на минутку? Пожалуйста. Зачем ты его зарядил? Я этого не делал. Это старик. Не смотри так на меня, это старик. Профессор очень болен, посадил сердце. Осложнение после малярии. Обычная плата за путешествие. Мы его подлечили. Несколько лет состояние было стабильным, даже хорошим. Но об Африке пришлось забыть. И тут обнаружилась опухоль. Я написал Ванде, что если хочет повидаться с отцом, лучше поторопиться. Прекрасная женщина, заботливая и весьма щедрая. Благодарю вас. Алексей, а ведь версия у вас замечательная. Только убивать им профессора незачем. Достаточно просто подождать пару месяцев и... Какие-то сплошные совпадения. Но зачем-то же они все-таки сюда приехали? Пожениться. Хорошо, что мы дело не закрыли. Леш, посмотри, пожалуйста, за домом пару дней. А то мало ли чего. Хорошо? Угу. Клавдий, быстро обедать. Давай-давай, не скандаль. Спускайся. Как твои перышки? Тетя Маша, я вернулась. Привет, Никит, ты как здесь? Родителям я не нужен. Можно у тебя переночую? Проходи, конечно. Андрей, привет. Я думаю, нам лучше помириться. Ты хочешь заполучить кусок пирога? Не выйдет. Я все оставлю моей Ризоньке. Она сможет позаботиться о девочках. О вашей дочке смогу позаботиться только я. Понимаете? Ризоньки давно уже нет. Вы вообще представляете, что было бы с Вандой, если бы она узнала, что вы в меня стреляли? Я ее законный муж. А вы... На следующий день уже пытаетесь меня убить. Потому что ты жулик. Ты хочешь оставить нас без гроша? Задурил ей голову. Она верит. Я нет. А еще полиция. Как назло, как будто бы караулили. Вы знаете, я... Еле-еле успел убрать осколки. Вы все ваши лекарства разгромили. Это так глупо. А если бы попали бы в меня? Вас бы арестовали. Посадили бы. Так что давайте договоримся. Вы больше не будете пытаться меня убить, а я не буду претендовать на ваши деньги. Идет? Не будешь претендовать? Тебе не нужны деньги. Я подкараулю тебя и убью. Не хватит сил, не думай. Я сумею защитить моих девочек. А теперь пошел вон. Бо,
Он? Да он, конечно, лучше. Я так рада, что состоялась. Вот, возьмите. Это пожалуйста, что? Проходите, я угощайтесь. Да, конечно. Пойдем, Фирбиза. Не стоило, это же не мой праздник. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо. Как я за вас рада. Смотрите. Ой, такой взрослый и бегает. Все благодаря вам. На вас стал похож. А, давайте я вас с женой сфотографирую. Ванда, будьте добры, пожалуйста. Не надо, не стоит. Да что вы, почему же? Давайте простите на вами меня сделаем фотографии. Так, давайте оставьте мою жену в покое. Ванда. Послушайте, вчерашнее Ванда пришествие и так вывело ее из равновесия. Ванда. Потрясающая бестактность. Ванда так долго вообще не могла ни с кем общаться. А тут еще смерть подруги. Это уже вторая страшная авария в ее жизни. Да-да, я знаю про аварию в Кении. Наверное, они тогда серьезно пострадали. Они совсем не пострадали, не царапины. Погиб а Яков. А кто это Яков? Их сын. Да, да, 3 годика ему было. Подушка безопасности. Господи. Потеряв своего ребенка, она стала помогать другим детям. И моему сыну. Мы болели. Она дала денег на операцию. Это спасло нам жизнь. Теперь Ванда самый близкий, самый дорогой для нас человек. Да-да, я понимаю. Вот, возьмите. Стас, это было просто ужасно вас в чем-то подозревать. Прости, пожалуйста, я причинила боль. Ничего, я привык. Это, конечно, странно для художника, но в последнее время я ненавижу тех, кто разглядывает мои картины. Они словно лезут в душу. Сейчас покупатели приедут очередные, будут стараться снизить цену. Но думаю, Василевский с ними справится. Да. Маш, давай пройдемся. Давай. Конечно, очень счастлив, что такой прекрасный, замечательный художник, как Станислав Волк, выставляется в нашем замечательном городе, да, правда? Все вам передавали привет. И Марк Захарович, и Ольга Николаевна. Илья Иванович вас вспоминал. Помните Илью Ивановича? Ну, тощий такой старичок. Помните? Ох уж ты, Илья Иванович, с характером. Вызывайте полицию. Что? Вызывай полицию, дура. Он пришел меня убить. Яков ну всю дорогу просился вперед. Устал от солнца. Ванда сказала, чтоб я забрал его, посадил рядом, что больше не может слышать это нытье. Я забрал. Он успокоился. И в этот момент фура перевернулась. Я почти успел затормозить, чуть-чуть коснулись, и сработала подушка безопасности. Корнелия и Ванда кричали, а Яков смотрел на меня. Он не плакал, не улыбался, он просто смотрел. С тех пор я не чувствую цвет. Не могу работать. На той дороге никто не смог помочь моему сыну. Есть кто живой? Есть здесь кто? Полиция! Стоять! А! Не рыпаться! Фу! Ах ты, тварь, скотина! Ты хотел меня убить! Я тихо! Тоже... Тихо, перестаньте! Убить? Сумасшедший старик! Да кому ты нужен? Тихо. Ты сам себя быстрее доконаешь! Да не трогайте меня! Не стал я убивать! Вот 10 лет назад, да, хотел бы. И не только я один. Помнишь моего брата? Конечно. Был у тебя аспирантом. Квартиру продал, чтобы вложить деньги в ООО «Африканские алмазы». Покончил с собой. Вот его жена тебя тоже
с огромным удовольствием придушила бы, если бы не Ванда. Я к Ванде пришел, а ты мне глубоко безразличен. Вы обязаны его задержать. Он мне угрожает. Да, конечно. Неудачник. У меня к тебе просьба. Какая? Давай завтра вместе поужинаем. Не могу. Общество орнитологов хочет получить отчет о популяции жаворонков, поэтому я поеду в заказник. В Егорьевку? Да. Прости. Угу. Я же могу теперь обойтись без тебя. Отец переписал на меня все состояние, у меня есть документы. И я могу наконец-то стать вольной птицей. Может быть, пора выкинуть тебя за борт? Выкини. А что будешь делать? Леха, иди-ка сюда. Но Бонд у нас, оказывается, опытный водитель. Даже в гонках участвовал. И что нам это дает? А то, что если он был за рулем, то у нас появляются новые варианты. Он увидел, что Кравчик не дышит. Знал, что она употребляла наркотики. Испугался, вылез из машины, толкнул ее к дереву и поджег. Или они с Вандой вместе убили Кравчик, посадили ее в машину и сожгли. Второй вариант, конечно, интересней, но мотива нет. Да, мотива нет. Но если бы Бон и Ванда поженились, и был убит сначала профессор, а потом Ванда, тогда все стало намного проще. После смерти профессора наследство переходит к Ванде, а после ее смерти все достается Бону. Нет никакого смысла убивать Кравчика. Даже если бы он был в машине, то это фактически несчастный случай. Да, сын? Пап, как включить? А никак. А что, провода потерял? Так я их с собой забрал. Все, сиди теперь. Вот скажи, как хорошо было бы у бабушки, да? Привет. Привет. Осторожно. Стас, я не стану твоей любовницей. Мне и так неудобно перед Вандой. Я не взялась к ней с этой утопленницей. Маш. Черт! Что это? Стас! Господи, сколько крови! Держи, держи, прижми. Держи крепко. Хорошо, хорошо. Связи нет. Послушай меня. Послушай, я сейчас проведу помощь. Ты сиди здесь. Держи крепко. Все, все. Стойте! Стойте! Я прошу вас, там человеку плохо. Пожалуйста, помогите! Рана неприятная, но не опасная. Повезло. Но это не означает, что ему не нужен покой. У вас 3 минуты. Мы просто разговаривали.
Потом кто-то начал стрелять, и я не знаю, кто это. Я так испугалась. Вы видели кого-то? Что-то слышали, кроме выстрелов? Нет, я нет. Собаки лаяли. Ты слышала собак? Кажется, да. Я до выстрелов слышала собак, а когда стреляли, я уже ничего не слышала. Так испугалась, бежала, потом искала Стаса. Стреляли из одного места? Мне казалось, стреляют со всех сторон. А сейчас думаю, что кто-то был ближе, а кто-то из них дальше от нас. Да, действительно, кто-то был дальше, там же, где и лаяли собаки. А тот, кто стрелял в меня, был близко. Получается, стреляли с разных сторон. Точно. Мы же зашли в зону охоты. Сезон же открылся. Как я сразу не догадалась, не понимаю. Ваши 3 минуты вышли. Это что, была Ванда? Дурацкая история про охотников. Бон более убедителен. Если бы не ты, я, возможно, ему поверил бы. Скажи правду, это Ванда? Андрей, отпусти их. Бон не будет заявлять на жену, я тоже. Я не разбираюсь в этих ваших там правилах, но, по-моему, если нет заявления, то и нет преступления. Пойми, она очень хороший человек. Она пережила смерть ребенка, она помогает многим людям. Бон — это единственный, кто у нее остался из близких людей. Она просто боится его потерять. Тогда зачем было стрелять? Ну, из-за ревности. А что, был повод? Господи, боже мой, это не было никакого повода. Ну, пожалуйста, отпусти их и все. Делай глупости, мы все уладим. Мы ничего не уладим. Даже если мы куда-то уедем, это все не кончится. Мы убили ее, Бон. Мы гуляли с ней, ходили, мы дружили с ней, и мы ее убили. Ненавижу тебя. Ты у меня все отнял. Мне даже уйти некуда. Мне негде спрятаться, и я не справлюсь. Справишься. Мы обо всем договоримся. Дуреха. Тебя кто-нибудь видел? Я не знаю. Мне все равно. Ты меня любишь? Конечно, люблю, конечно. Конечно. Ванда домой вернулась. Соседи сказали, что у нее в руках был сверток, похожий на ружье. Это и было ружье. Она стреляла. Зачем она вернулась? Почему не сбежала? Ей некуда бежать. И задерживать мы ее не будем. Все равно дело замнется по примирению сторон. Это она из ревности. Машку вашу к мужу приревновала и начала палить. Если она такая ненормальная, может, она из ревности и Польку эту сожгла? Она из ревности мужа чуть не пристрелила. А Кравчик могла убить еще в Африке. Если это убийство продуманное, подготовленное, то должна быть веская причина. А веская причина – это или любовь, или деньги. Ни того, ни другого здесь нет. Нет причины – нет преступления. Все! Он еще ночью ушел. Понятно. Сейчас посмотрю.
Кто это? Российский консул в Кампале. Иди. Да, вот. Они фиксировали отсутствие действующих документов. Так-то я их почти не знаю. Слышал, что Бон любил шикануть в клубах. А вот Ванда полгода назад, в самый разгар малярии, ездила помогать в Руанду. Да, с ней был один русский доктор из Красного Креста. Можно попробовать с ним связаться. Буду вам очень признателен. Любая информация не помешает. Тогда до связи. Удачи. Спасибо. Что сказал? Ничего особенного. Получается, что Ванда и правда хороший человек. Здравствуйте. Простите, я, наверное, рано? Рано? Совсем даже не рано. Очень даже вовремя. Все спят, а мне нужна компания. Проходите, прошу вас, проходите. Проходи. Проходи, проходи. Вот, не надо ее убирать. Картина довольно посредственная. Ну, Лизы давно нет, а мне без нее скучно. Ну, на мой взгляд, вполне сносный портрет. Это ты мне подыгрываешь. А где Ванда? Ну, как где? Спит, конечно. Это мы с тобой, дорогуша, ранние пташки. Ты да я. Ну, если хочешь, иди, разбуди. Нечего тут до обеда дрыхнуть. А Бон? Бон? Понятия не имею. Проходимец твой, Бон. Лучше бы его вообще не было. Нашла с кем дружбу водить, а? Ну, ладно, не злись. Это твое дело, я даже вмешиваться не буду. Кто там? Когда я ей дозвонился, она была в лесу. Я понял, что она на грани, я сразу это понимаю. Прибежал домой, хотел с ней разругаться, я бросить ее хотел. Я был очень зол, что она в нас стреляла. Но она этого ничего не знала. Я этого ей не говорил. Наоборот, я говорил, что мы все уладим. И мы договорились. А она, получается, мне не поверила. Приехал я быстро, поймал попутку. Но я опоздал. Опоздал. Ясно. Маш. Останься, пожалуйста. Кроме тебя у меня никого нет. Держись. Все будет хорошо. Товарищ капитан! Это самоубийство. Точно. Стреляла в мужа, думал, он не простит. Этот жуткий дом наконает кого угодно. А еще она думала, что... Откуда ты знаешь, что она думала? Поехали бумаги заполнять. Садись. Поехали.
уже сделал тебе предложение? Нет. Ну, сделает. Выжидает время со смерти жены. Ну, как-то даже неудобно так сразу. Еще даже месяца не прошло. Предложил поехать с ним в Лондон. Говорит, нужна поддержка. Боится не справиться один. Ну, ты поедешь? Не знаю, еще не решила. Подожди, а что там с профессором, а? Ну, наверное, обратно поедет. Пансионат. Ему там лучше. Я зайду к нему сегодня. Не представляю, как он держится, бедный. Да, жалко старика. Хотя и говорят, что он был порядочным мерзавцем, но все равно жалко, да? Да, жалко. I'll be happy to consider your offer. Yes, 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 yes. I'm interested. Здравия желаю. Здрасте. Знаете, у меня такое ощущение, что вы меня в чем-то подозреваете. Правильное ощущение. Подозреваю в убийстве. То есть вы думаете, что я убил жену? Нет. Ваша жена покончила с собой. Это доказала экспертиза. Но довели ее до этого вы. Уж не знаю как. По отзывам, это была скромная, добропорядочная женщина. Может быть, поэтому ее и заела совесть? А из-за чего? Из-за убийства Корнелии Кравчик. Рассмотрев все возможные варианты, я понял, что без напарника вам было бы сложно. Вероятно, Ванда и выманила ее на ту грунтовку. Ведь так? Кравчик после вечеринки плохо соображала. Эксперт сказал, что у нее был ограничен доступ воздуха в легкие. Он решил, что это в результате спазма. Такое бывает при передозировке. Но на самом деле, это вы ее задушили. Я понял. Ты не можешь смириться с тем, что я увезу Марию, но тебе придется. Знаешь, до этого момента я хотел уехать попозже, а сейчас я думаю, что здесь мне оставаться не стоит. Я куплю билеты на завтра. Всего доброго. Ну, вы рискуете. А чем? Знаете, я перестал чувствовать свет, я больше не могу работать, не могу писать. И только риск меня оставляет в живых. И будьте уверены, я не убивал Корнелию. Угу. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Должна вас предупредить, что профессор не знает, что его дочери больше нет. Я ему об этом не скажу. Как же так? Ведь он ее будет ждать, это же еще хуже. Проходите. А посмотрите, каково я вам привела. Ван, дед, а я думаю, куда же ты запропастился? Ну что ж ты до сих пор не разобрала чемодан? Я разберу. Молодец. Хорошо. Уже почти три. Вот-вот придет Лиза. Но мы не будем ее ждать. Она все время задерживается. Ванда, детка, садись. Я сейчас принесу печенье. Я так пристрастился к этому печенью. Садись. Надо ему подыграть. Иначе он расстроится, и его будет трудно увезти из дома. А такси уже едет. А давно в таком состоянии? Порядком.
Вообще-то он нормальный. Он здорово разбирается в деньгах, хорошо считает, но вот смириться с потерей жены и дочки никак не может. Одно время он меня Вандой звал. Потом, слава богу, она сама приехала. Ну, а теперь вот вы. А Бон об этом знал? А то как же. С Вандой мы познакомились полгода назад. Она закупала лекарства для лагерей беженцев. Нам очень нужны были эти лекарства, особенно те, кто мог их отвезти. Ванда нужна была нам. А какие отношения у нее были с Боном? Ну, никаких. Она давно собиралась с ним порвать, да и жили они порознь. Бон любил роскошь, он наделал кучу долгов, естественно, за нее цеплялся. А про Корнелию Кравчик вы что-нибудь знаете? Не помню. Ну, если бы увидел, вспомнил бы. Вот фотография, качество так себе, но, как ни странно, это лучшее, что у нас есть. Есть еще скан паспорта, но, к сожалению, она еще хуже. Мам, детка, ты что же, уже уезжаешь? Нет, нет, папочка, не волнуйся. Все в порядке, я сейчас разберу чемодан. Хорошо. Хорошо. Оставайся дома, жди мать. А меня опять кладут в больницу. Ну, надеюсь, все обойдется. Такси. Угу. Вы прощайтесь, я чемодан отнесу и выходите. Ну, оставайся. Будь умницей. Не стоило говорить, но думаю, лучше знать. Твой Бон тебе изменяет. В ночь, когда вы приехали, и ты сидела и плакала над своей старой куклой, он договаривался о встрече с другой женщиной. Ну, я это сам слышал. Держи свои деньги подальше от его кармана. Угу. Ну, счастливо. Привет. Ты что, решила здесь поужинать? В этом скрипящем доме? Нет. Просто отличное место, чтобы проститься. Проститься? Ты решила не ехать? Почему? Просто я кое-что поняла. Поняла что? Скажи, когда твои краски еще не стали такими серыми, ты любил ее? Ты любил настоящую Ванду? Ты о чем? Я думаю, любил. Потому что в каждом твоем портрете я видела ее. Она похожа на мать. Не надо, не надо. Не говори дальше. Давай оставим все как есть. И будем счастливы. Ради этого можно и помолчать. Ты прилетел сюда с двумя женщинами. Ванда и Кравчик. Таможню прошли каждый по своим документам. Кравчик поехал на вечеринку к другу, а Ванду по дороге сюда. Ты накачал наркотиками и алкоголем, чтобы легче было с ней справиться. Господи, как же она вас боялась. Затем ты позвонил Кравчик и договорился с ней о месте встречи, чтобы проделать все эти трюки на дороге под камерами. Когда вы вернулись в дом, Ванды уже не было. Она сбежала. Мария, у меня скоро будет очень много денег. Если хочешь, мы все поделим и больше никогда не увидимся. Не рассказывай эту глупую историю до конца, не надо. Осталось совсем немного. Самое страшное. Там, на берегу, она меня просила о помощи.
А я испугалась и убежала. Если бы я тогда осталась с ней, она бы сейчас была жива. Но я бросила ее. А вы нашли, запихнули в машину и сымитировали аварию. Господи, Бон, ты же убил ее! И все это ради денег! Затем ты выдал за нее кравчик. Это было очень легко. Отец с радостью поверил, что она его дочь, и подтвердила это у нотариуса. А больше настоящей Ванды здесь никто никогда не видел. Даже те, кто знал ее очень хорошо, помнили маленькую девочку. Никому и в голову не могло прийти, что это фальшивка. Бон, ты мне сказал правду. Тебя больше нет. Предупреждал! Вы арестованы за убийство вашей гражданской жены Ванды Любецкой. Брак, который вы заключили, считается недействительным. Хорошо, спасибо. Спасибо за информацию. Товарищ капитан. Докладывай. Африканский паспорт Ванды с фотографией Кравчик сделан идеально, но подделка. Единственная настоящая страница – это штампик. Опять кто-то приехал? Ага. Вот как будут вас юридические основания. Ну, наверняка родственники. За наследством охотятся. 35 километров. Мы вернемся с адвокатом. Да-да. Маш, давай забудем про африканцев. Никаких других убийств пока, к сожалению, нет. Вот. Птицы мне категорически не нужны. Угу. Я не могу придумать повод напроситься на ужин. Ну что ж. А, придумал? Да. Я люблю тебя. Ты же упертая, Марин. Ты ж пока здесь все по винтикам не разберешь, не успокоишься. Опять новый труп. Где начнешь копать? Начну копать под водой. Афродита из пены морской. А так от Нептуна. Марина, спасай, я в ловушке. Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Очередное фиаско в любви. Устоишь? Удержишь?